Так, всем привет, с вами Давид, и это игрушка Contra City. Что ж, мы будем проводить летсплей на нее. Мы будем мочить всех подряд. Так, мои враги синие. Ни в коем случае нельзя забить. Забить нельзя. Так. Так, кого же я? А, мои враги синие, я красный, то есть я террорист, а мои враги добрые люди, которые воюют за справедливость. Так, смотрите, какая тут елочка красивая. Новый год прошел, а елочка все еще стоит. Это нормально? О, броня, броня. Как же мне ее взять? А, иногда я появляюсь на крыше, вот тогда я думаю, я смогу взять броню. Так, против нас. Давайте зафигачим базукой. Ну, почему дверь не открывается? А, или они только могут сами открыть ее. Давайте попадем по стенам. Может, кто-нибудь там стоит? Почему дверь не открывается, я не понимаю. Эй, чуваки, откройте дверь. Не хотят там открывать. Не хотят открывать дверь, они там засели. Ну, это неинтересно, это не серьезно. Я его добиваю. Ну, такой он был уж и сложный. Давайте возьмем снайперку. Так, меня убивают, но я продолжаю играть. Посмотрите на его рожу. На его лицо, простите. Так, вот он как-то пробрался. И загасил меня, парни. Так. Просто беспощадно меня загасил. Ну ничего страшного, мы возьмем дробаш. Нет, мы возьмем снайперку и будем валить отсюда всех. Да, мы вот, я думаю. Сколько в нем жизни-то, блин? Этот вообще сзади. Сзади подокрался, меня убил вообще. Подло так меня убил. Ну ничего, я сейчас дробаша его. Да, месть произошла, и мы его убили. Давайте поднимемся повыше, посмотрим, что там. Там у нас выход. Вот. Да, тут повыше, я думаю, тут более актуально использовать снайперскую винтовку. Так, я стреляю по своему, ну, чтобы он не расслаблялся. Так, давайте пойдем выше, посмотрим, что у нас там. Так. Где же броня была? Я ее явно где-то. А, вот она, броня. Сейчас мы ее попробуем взять. Я думаю, это будет несложно. Несложно для тех, кто уже в нее играл какое-то время. Так, ну ничего, сейчас у нас есть второй шанс. Мы попробуем взять броню. Да, извините, конечно, мне кажется. Ах, он гад, он, представьте себе, хочет опередить и первый взять броню. Я читаю его мысли. Так, ну и вот такого я вырвался вперед. И сейчас я буду более аккуратнее. Так, все, мы взяли броню. И теперь мы почти что смертные. Одного завалили, и броня моя закончилась. Так, пошел в аптеку, подлечимся. И пойдем еще раз возьмем броню. Так будет, я думаю, круче. С броней. Крутые ходят. Так, сколько я уже играю? Ладно, сейчас мы возьмем броню. Еще раз и попробуем завалить как можно больше негодяев. Так, как же хочу запрыгнуть туда гранатометом. Да, и мы взорвали. Короче, я убил 9, погиб 6 раз. Извините, может быть, летсплей не очень хороший, но если вам не понравится, так и говорите, что не понравилось, я не буду больше летсплея вести. Если же все-таки стоит продолжать, то пишите мне
В общем, с вами был Дарриди. До скорого.